идет дождь, но деревья меня укрывают. Слышите? Шум дождя. Мне очень нравится шум дождя. Вам нравится? Всем привет, мои дорогие друзья! Вот оно, это второе видео. И это видео заключается в том, что я хочу вам рассказать стихотворение Ирины Астаховой. Как вы угадали, наверное, уже. Опять красивый, безумно хороший, душевный стих. Не знаю, как этот стих называется, но он мне очень нравится. Итак. Раздался звонок телефона непрошенный, из комнаты выпроводив тишину. И голос довольный кого-то из прошлого, тревожную в сердце затронул струну. Алло, как дела? Не узнала, но надо же. А сколько же общего было у нас? У голоса явно фальшивили клавиши, и даже местами звучал контрабас. Я вспомнила лица людей, что оставили. Мой город, мой ум, мое сердце и дом. Я окна свои запечатала ставнями, неужто за тем, чтоб сломать их потом? Откуда беретесь вы? Взрослые, новые. Кто с просьбами, кто просто так, незачем. Мой дом окружает стена двухметровая. Зачем мне впускать вас в пределы этих стен? В каком вы живете потерянном городе? Насколько тот город теперь далеко? Я молча искала ответ, но на проводе настаивал голос. Неясно кого. Рассказывай, что там плохого, хорошего. Я бросила трубку. И трубка звеня разбилась об стол. Эти люди из прошлого, как бездна, как пропасть, пугают меня. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам стихотворение. Понравилось, не понравилось. И вообще, зачастила я что-то со своими стихотворениями. Скажите мне, пожалуйста, вам вообще нравится слушать, смотреть видео конкретно, когда я рассказываю стихотворение? Я надеюсь, что вам очень нравится, но если вам не нравится, вы так и пишите. Я буду придумывать что-то новое, может быть, вы мне подскажете, что можно придумать нового. Вот, и спасибо, большое спасибо вас за ваше внимание, за то, что вы уделяете его мне, за то, что просматриваете мои видео. Мне безумно приятно, и я скоро буду вылаживать новые видео. Еще раз огромнейшее вам спасибо. Я вас очень всех люблю, ценю. Всем пока. Всех целую крепко-крепко. Вот скажите, иногда я не понимаю. Вот красивые, очень-очень красивые места. Но как в них можно снимать видео, если... Я помню, я делала, когда вам первые видео в этом городе, я вам рассказывала, какой же этот город чистейший. Вот, это на самом деле так, но вот, к примеру, вот это место, оно одно из самых вообще классных в этом городе, я считаю. Оно очень красивое, потому что здесь природа, здесь деревья, здесь воздух, здесь красивая водичка, живность и... Ну, в смысле, рыбки там, раки, всякие белочки, птички, вот. И я не понимаю, почему вот именно
в таких местах люди ссорят, да, вот по городу чисто, никто не кидает там бумажки никакие-то. Хотя вот у нас, например, у нас даже вот по городу кидают бумажки. Я сама так 100 раз делала, если честно. Не всегда доносила до урны, потому что урн у нас мало. Вот, но вот в местах, в которых отдыхают люди, сидят там на природе, на шашлычках и так далее, они все в пакеты слаживают и убирают. Ну, не всегда, конечно, есть свиньи, которые не убирают, но, тем не менее, убирают. И вот почему в России, вот в таком месте, красивейшем, просто очень красивом, вот посмотрите, как красиво, вот там вот сзади домики, вот какая вообще природа ужасно красивая, ослепляющая. Деревья. Вот осенью было не так, я вам показывала это место. А сейчас посмотрите. Ну посмотрите, как красиво. Посмотрите, какая красота. Вот почему так? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот посмотрите, какая красота. Смотрите. Это ужас какой-то. Я просто не понимаю, зачем. Посмотрите, какой стол. Ужасно липкий, грязный весь. Хотя, ну такая природа красивая, да? Такая красивая. Смотрите. Смотрите. Вообще. Ну блин. Хотелось бы вообще, чтобы так тут чистенько было. Ну вот, у меня бы рука не посмела оставить просто вот эту грязь здесь. Вот, ну вот просто бы не посмела, хотя я... Тут люди наоборот там, кинула бумажку на пол, как почему-то до урны не донесла. А вот тут такое безобразие. Ужас. Я просто тут сюда захожу и вот так вот тут все красиво. А вот так вот... Тут все ужасно, что я просто захожу и думаю, блин, мои кеды, как они сейчас запачкаются, а потом их мыть, вот эту грязь мыть руками, представляете? Ну, как-то противно, что ли. Люди, давайте будем чистюлями, давайте будем аккуратно относиться к природе. Вот даже люди, которые следят за чистотой, они почему-то в городе убирают, но не убирают вот в таких местах. Вот, поэтому, мне кажется, тут тоже нужно убирать и прежде всего, наверное, не сорить. Согласитесь, вообще вид необыкновенный, очень-очень красивый. Вот прям, я прям не могу передать, на камеру это не заснять. Это просто у меня аж помутнение разума. На самом деле очень-очень-очень красиво. Прям вот я так захотела, вот сейчас вот тут сяду и буду сидеть просто смотреть на природу. Это очень красиво, мне очень нравится. Я прям, у меня нет слов. Вот эта вот березка, вот это вот такая, корни ее видны из-под земли, которые как будто ступенечки к водичке. И прям вот ты сидишь, и под ногами у тебя эта водичка. А на горизонте красивые дома вдалеке, они прям красиво так смотрятся. Это зелень, эти деревья, это очень красиво, это потрясающе просто. Только мошки чуть-чуть надоедают. А так, блин, ну, я просто
не могу, но это так красиво. Ну посмотрите просто, ну как можно устоять перед такой красотенью? Я просто хочу это сфотографировать, хочу это заснять очень сильно, но у меня не получается на камере все это передать. Ну тут просто место вот именно для Пушкина или Есенина. Вот чтобы они тут сидели и писали стихи. Или для каких-нибудь этих, как их называют, блин. Короче. Рука трясется, устала. Которые пейзажи рисуют. Чаечки летают, вообще так красиво. Вот это именно для вот таких творческих людей, чтобы они тут сидели и все это делали. И просто для тебя перестает существовать весь мир. Для тебя только вот эта красота есть. И непередаваемое чувство просто, ребят. Очень красиво. Ромашек нашла просто безумно много. Я, короче, иду такая. О, смотрю, нужно ромашек нарвать домой. Я просто обожаю полевые цветы. Посмотрите, какое чудо. Он просто необхватный. У меня в две руки он еле помещается. Иду я, короче, смотрю, ромашки меленькие, такие меленькие. И, короче, тут тропинка. Я думаю, ну ладно, спущусь, что там такое? А прикинь, думаю, сейчас как найду... Прям вот много крупных ромашек. И тут крупные, такие крупнячок. И просто много-много-много. И я, блин, залезла фиг знает куда. Ну, вообще классно. У меня такие эмоции просто летят. Я очень люблю полевые цветы. А еще я нашла... А еще я нашла земляничку. Ну, я фотку сделаю дома. Короче, такие классные. Смотрите. Смотрите.